Друзья, сегодня поработаем с таким вот монтажным пистолетом для пены. Мне нужна будет вот эта одна штука. Я уже немножко ее расслабил. Она очень хорошо выкручивается. Я вот не знаю, тут резьба чуть меньше 3/4. Что это такое? Ну, не знаю. Мы будем выходить как из положения. Попробую сегодня скрестить их с пистолетом, конскопультом. Не знаю, получится, не получится. Нашел я вот такой вот бочонок. Здесь он получается 1/2 и переход на 3/4. Но 3/4 сюда плохо. Он получается здесь чуть побольше, чем 3/4. Надо как-то немножко подточить и попробовать, потому что здесь такой мягкий дюраль, и нарезать резьбу. Не знаю, сейчас попробую, конечно, закручу. Может быть, мне это и удастся. В общем, с горем пополам нарезал я резьбу. Все у нас закручивается. Хотя, я пробовал здесь выкрутить, здесь 100% фертыш, и, наверное, скорее всего, такая же резьба. Можно было бы без переходников, без ничего это все сделать. Сейчас через фум-ленту затянем все это и соберем. То есть получится у нас вот такая вот картина. Потом все вместе это стянем. Здесь же обмотаем на сантехническую нить. Сама суть, главное, чтобы это было все разборным. И пистолет можно было бы использовать по своему назначению. Ну и теперь собираем. И все хорошенько протягиваем. В общем, все протянул хорошенько, честно признаюсь, разобрал вот это соединение, также на нитку пересадил, потому что фум-лента хорошо не держала. Не держал, я так посчитал нужным, что я еще не пробовал, что пистолет еще даже видно, что ни пены, ничего не было в нем. Сейчас вместе с вами просто пойдем попробуем вместе, работает или нет. Так, подключил я пистолет к компрессору, беру свеженький баллон пены и накручиваем. Давайте попробуем, что сейчас у нас получится. А, то есть... Можно пену регулировать. Так, попробуем немножко добавить пенки. Слушайте, ну шикарно, шикарно, прям вообще. Покажу слой. То есть видно, что слой приличный. Это вот только нанес. Тем более в помещении прохладно. Прям в труднодоступных местах что-то обработать. Я делал, мне нужно будет там несколько труб вентиляционных обработать. Ну покажу вот на простой круглой какой-нибудь штуке, что это как обрабатывается. Ой, ну крутится, правда. То есть, как видите, прям шикарно наносится. Можно сделать шума и теплоизоляцию вентиляционных каналов. Промываем все точно так же. Одеваем. Это, между прочим, тот же баллон, который в прошлом видео я делал для очистки. Как заправлять. Можно прям так же без компрессора подключить и промыть пистолет. Чуть пролилось, у меня, конечно, неаккуратно закручивал. Ну, в общем, в принципе, вот так вот
идея понятная и простая. То есть все это дело рабочее, и можно утеплять любые поверхности. Все, хорошенечко промыли, пистолет у нас будет работать по своему назначению.